Привет, друзья, привет, гости канала, на моем канале Тимоха Лайф. В этом видео я вам хочу рассказать, как включить перевод видео на YouTube. Вот, к примеру, вы смотрите какое-то видео на YouTube и хотели бы, чтобы вот такие были субтитры. Если вы смотрите, к примеру, английский YouTube и вам какие-то слова непонятны, вы можете включить субтитры на вашем языке. Это очень классно. Я иногда смотрю какие-то видео познавательные, и именно американский контент люблю смотреть, потому что там очень много полезной информации, но не все слова знаю, и либо где-то нахожусь на учебе, на работе, где не могу слушать видео со звуком. И вот эти вот субтитры мне очень сильно помогают, упрощают, можно так сказать, мне жизнь, потому что я читаю и все вижу. Как же сделать так, чтобы и вы могли видеть вот эти вот субтитры без какого-либо труда и так далее? Значит, смотрите, что нужно сделать. Очень-очень полезное видео будет. Заходите в поиск, вы выбираете этот ролик, если вы уже выбрали красавцы. Сейчас я выберу. American Video. Выбираем какое-то видео. Вот, к примеру, любой канал. Вот какой-то официальный тренер, снайпер, да? К примеру, сейчас будет тут реклама, не будет. Выбрали мы вот этот вот ролик. Что мы делаем дальше? Дальше нам нужно в правом верхнем углу нажать на вот эту вот шестеренку. Тут будет скорость воспроизведения, качество. Ну, это все нужно нам, конечно же. И здесь будут субтитры. На многих роликах они будут недоступны. Как видите, на вот этом ролике недоступны, потому что, наверное, больше всего, что там нету разговора. Либо же запретили. Сейчас мы вот заходим на вот этот вот канал какой-то любой. Здесь нажимаем шестереночку и выбираем субтитры. Сейчас поставим на паузу. Шестереночка, и здесь субтитры. И выбираем субтитры, которые мы хотим. Английское создано. Включить автоперевод. И здесь выбираем русский. Ждем, пока пойдет перевод. Нажимаем play. И у нас снизу будут субтитры. Смотрите сейчас. Минуточку. Когда он будет разговаривать, у нас, соответственно, будут происходить субтитры. Мне это нравится. Этим я пользуюсь. Смотрите. Итак, это больше денег. Это для чего моей компании. Видите, знаете, нам нравятся американские школы. То есть, видите, таким образом у вас появляются субтитры под видео. И вы таким образом сможете смотреть любой ролик, любой тематики ролик. Без ограничений. И это просто шикарно, что YouTube движется в ногу с технологиями, потому что это важная настройка, которая повлияет на дальнейшую судьбу, можно так сказать, YouTube и всего человечества. Надеюсь, видео стало вам полезным. Ставьте лайки. Здесь оставлю два новых ролика. Пока-пока.